Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Степанова. Я директор по маркетингу торговой сети «Перекресток». Добрый день. Анна Лебедева, Ассоциация маркетинга ритейля. Расскажите, пожалуйста, только что закончилась прекрасная, интересная сессия. Насколько я понял, были очень жаркие, интересные споры. Хотелось бы поподробнее. Да, у нас прошла первая сессия Marketing Day, называлась она One Retail Marketing, но на самом деле хотелось ее уже по ходу переименовать в Speed Retail Marketing, потому что все происходит очень быстро, очень много изменений в форматах, в покупательских предпочтениях. Вот это все сегодня обсудили, и мне кажется, нам не хватило времени, я думаю, что мы продолжим это. Ваши впечатления? Я так понимаю, что вас нарекли выжившим после этой сессии. Я так понимаю, что там споры были не на шутку. На самом деле очень была интересная, жаркая дискуссия, потому что сейчас в ритейле все происходит, самые интересные инновации, и клиент-центричность, скорость, потому что у нас все вчера, офлайн-онлайн, бесшовный опыт, это все мы обсуждали, как быть лучшим для клиента, как маркетинг успевает за трендами, как давать даже лучше, предвосхищать, это все мы обсуждали, было очень интересно, но действительно время мало, не хватило, хотелось еще больше рассказать, поделиться, обсудить. Хотелось бы сказать нашим зрителям то, что когда эти прекрасные дамы пришли к нам сюда, спор еще не закончился, споры продолжались. Хотелось бы понять, насколько какой-то конкретный вопрос вот в ваших душах нашел такой отклик. Ну, мы закончили на том, что покупатель у нас теперь во главе угла и участвует во всех бизнес-процессах и ритейлеров, и брендов-производителей. А это очень интересно, потому что это действительно что-то новое, и от покупателя никогда не знаешь, что ожидать, поэтому есть о чем поговорить. И самое важное, be digital, stay human, быть в онлайне, в офлайне, везде для клиента, при этом оставаться человекоцентричным, это, наверное, самое важное. Спасибо вам большое за такое интересное общение. Насколько я знаю, вы еще 5 минут, как идет новая сессия, куда вы спешите, не будем вас задерживать. Спасибо большое за общение. Спасибо.